Опять поверх. Нет, я не знаю, сегодня явно не мой день. Всем привет, ребята. У меня осенняя охота. Локация сложная, потому что трава еще стоит. Очень сложно. Я пока сюда дошел, я уже устал. Вот впереди, по-моему, это либо верхогляд, либо губарь. Не знаю. Непонятно. Ну, с дрона полетал, здесь, блин, такие стаи стоят. Это просто обалдеть. Очень много их. Но они стоят, блин, на середине, а вот возле берега очень мало их ходят. Так что, как говорится, будем надеяться на удачу. Сейчас попробую вот его взять. Потому что пока что вроде бы ближайших рыб я нормальных не вижу. Непонятно. Губарь, что ли? Блин, мелковато, неохота стрелять, а? Наверное, не буду все-таки стрелять. Поищу что-нибудь покрупнее. Вот сколько верхоградов плавает маленьких. На жареху, блин, в самый раз. Кто тут был? Кто-то убежал. Скорее всего, это была черепаха, наверное. Мне так кажется. Или возьмем, а? На жереху тоже в самый раз подойдет. Да ты чё? Вот так вот. Вроде перед выходом проверил резину и на тебе. Бывает же такое, блин. Так что проверка не проверка, но, блин, все равно рвется. А он еще так близко подошел, это вообще капец. Ну ладно. Ничего страшного. В принципе, мы только приехали, времени еще в обрез. Торопиться не будем. Блин, ну если честно, у меня эта резина очень долго прослужила. Хорошо прослужила. Так что память ей вечная будет. Блин, капец там. Джунгли, елки-палки. Губарь отошел подальше. Что самое странное, он не убегает. Обычно, блин, они убегают. А этот нифига не убегает. Короче, я спустился в воду, потому что сверху что-то там вообще не вариант. Вот опять косяки проплывают маленьких. Блин, тут бы накидку кинуть, и сразу за раз сковородка была бы. Вот смотрите, он вообще не убегает. Он явно нарывается, он прям еще даже ко мне подходит. Что такое? Что-то у меня стрела плохо полетела. Плохое начало что-то. Не нравится мне. Так, короче, я решил идти по воде, потому что сверху, вот, как видите, просто нереально там ходить.
Поэтому только по воде. Проблема в том, что, блин, по воде я ее пугаю. Это во-первых. А во-вторых, мне плохо видно. Сейчас, если там дальше, надеюсь, будет возможность подняться наверх. Надо подняться, потому что по воде ходить не видно. Ух ты, кто-то, кто это? Басик. О, здесь басиков маленьких много. Ух ты, кто это? Еще один. Здесь дофига этих маленьких басов размером с ладошку уже. Так, ладно. Ребята, короче, вот полетал я на дроне. Блин, здесь такие стаи стоят. Просто здоровые стаи губарей, сазана, карася. Вся проблема в том, что он где-то, короче, где-то вот так вот в районе середины он стоит. То есть он возле берега не ходит. Хотя глубина, в принципе, ну, я бы сказал, там плюс-минус она одинаковая. Хотя с той стороны поглубже, но все равно он не на глубине стоит, а вот он именно стоит, блин, посередине. Я не знаю, зачем он греется или что. По-хорошему вообще мне нужно поверху идти, потому что очень хорошо видно, и рыба меня не так пугается. Ну, блин, поверху не походишь. Поэтому приходится вот ходить вот так вот. Да, я думаю, что... Вот, пожалуйста, вот он там прыгает. Блин, мне кажется, надо все-таки подниматься. Короче, капец, это нереально. Я пока дошел, фух, мои все силы иссякли. Это просто жесть. Вообще. Короче, мне кажется, здесь еще рано ходить. Вот я подошел к воде, и нифига. Вот. Увидел, блин. Он меня, по-моему, услышал, он уходит. Вообще очень сложно ходить. Блин, он уходит, зараза. Вон там еще один есть. Но они, блин, далеко все. Там вижу пузырьки, но рыбу пока не вижу. Сейчас попробую вот этого. О, еще один подошел, малец. Капец. Это вообще прям реально трудовая охота, блин. Ну, давай, подойди поближе, что ты? Не стесняйся. Есть, я его пробил, по-моему, причем в голову попал, блин. Да, точно, прям в голову, ё-моё, кажется, там яма, офигеть, нифига себе, как потом подниматься буду, не знаю. Да, я его четко сделал, прям без шансов. Ни хрена себе, какой хорошенький. А, ребята. Офигеть. Как стоять? Ё-моё. Я не мог его упустить. Что такое? Где?
Блин, это было сложно. Ой, это того стоило. Смотрите. Просто, просто красавец. Блин, тропочку потерял. Плохо, плохо. Ну ладно. Обойдемся сегодня без тряпочки. Так, ребята, на меня прям идет сазан. Прям ко мне подходит. Да ты чё, блин? Прямо возле головы пролетело. Но это не считается. Так. Я увидел сазана, точнее сазанчика. Сейчас попробую подойти поближе. А тут стая басов стоит. Светите его вот на камеру. Блин, ему надо повернуться, а то он неудобно стоит. Ну давай, повернись ты. Басы капец любопытные. Наблюдает. Блин, не хочет поворачиваться. Опять поверх. Что такое? Я не понимаю, что такое. У меня такого не было. Прикиньте, ребята. Басы меня преследуют. Были бы покрупнее. Ох ты ж, блин. Вам не забровать было бы. А так, можно сказать, вам повезло. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Главное не шуметь. Что-то я не понял, она и не убежала? А где она? Нифига себе, блин. Вот это прикол жесткий. Это точно была змееголова? Или мне уже кажется? Блин, и стрела конкретно затупилась, елки-палки. Эх, басы, басы, блин.
Тоже вот такие мелкие, вот они, вот смотрите, прям как подходят. Любопытные. Мазила, блин. Блин, там сазан уходит, а. Вот зараза. Здесь стоял, меня по воду почувствовал и начал уходить. Да ты чё? Ну что ты будешь делать, а? Ну блин, вообще не прет, а? Что за фигня такая? Нехорошая. Ё-моё, вы видели? Прямо из-под меня выплыл сазан. Капец, я лошара. Вот так прозевать. Нет, я не знаю, сегодня явно не мой день. Что за прикол такой, я хрен его знает. У меня такого никогда не было, блин. Я просто в растерянности, что происходит. Да что ты будешь делать? Ну как так-то, блин? Я не знаю, что за дела. Да ладно, блин. Я и так ниже беру. Куда еще ниже брать? Что такое, да? Ну как, у меня слов нет, и у меня психика просто сейчас взорвется нафиг вообще. А басы все со мной. Рядом, никуда не отходят. Вот они, блин, стоят. Гады. Нифига себе, там, блин, змеи голова была, я даже ее не заметил. Короче, ребята, честно скажу, я сегодня очень много прошелся. Вообще не прет. Я не знаю, как так получается, но у меня такого никогда не было. Я попасть не могу, блин. Всегда высоко пролетает. Пытаюсь ниже взять, все равно высоко, высоко. Поверх проходит. Как такое, блин? Ну, вообще возможно, я не понимаю, блин. Я приехал 8 часов. Сейчас время без 15 час уже. Я всего одного взял. Сколько выстрелов я сделал, я хрен его знает, но очень много было выстрелов. И все мимо. Это просто трындец полный, блин. Вот сазан, смотрите, вот. Низко беру. И ни хрена. Что ты будешь делать, я не знаю. Где он? Он ушел, гаденыш.
Вот сазан. Впереди сазан. Блин, если я сейчас не попаду, это вообще будет жесть полная. Я надеюсь, вы увидите. Вот он. Прям впереди. Ко мне лицом. Там не один. Ё-моё, сом. Зараза, сом был, и он испугнул. Я сейчас взорвусь нахрен. Это просто невероятно. Что сегодня со мной происходит? Чёртов сом, блин. Это просто невероятно. Я не могу это описать. Это просто... Я не знаю, какие слова еще подобрать. Не буду материться. Но это не просто невероятно, что сегодня происходит. Как говорится, мой шок в шоке. Ёпана мать. Как я их не увидела? Вот здесь, ребята, возможно, есть бас. Они любят такие места. Что такое, блин? Ну как так? Да ёб твою за ногу. Ребята, вот еще один. Подошел. Мне эта веревка доконает. Я не знаю, у меня сегодня явно не мой день. Я, блин, не могу попасть. Прям в упор рыба подходит, я не могу попасть. Хрен пойми, что за херня. Но это очень жестко меня напрягает. Еще эта красная веревка постоянно запутывается либо в стреле, либо, блин, в катушке, либо, блин, в рогатке. Так, этот сазан зашел в кусты, говорю. Кушары. Так. Вот сазан. Ко мне подходит. Да ёб, вы видели это? Я прям в упор не мог попасть. Что такое? Что не так? Кто мне объяснит, что сегодня за день такой? Да ёб твою мать.
У меня слов других просто нету, блядь. Это нереально, просто я не знаю, как это описать. Это просто пи***. Это невероятно. Да наконец-то, блин. Наконец-то. Это было очень сложно, ребята. Вы даже не представляете, насколько это было сложно. Я второго за несколько часов только взял. Здесь словами не описать, только матами можно объяснить эту ситуацию. Столько уходило прямо перед носом, я не мог попасть. Сегодня, да, я даже скажу так, сегодня не то чтобы не мой день. А сегодня мне вообще не нужно было никуда выходить. Это самый неудачный выход за всю мою историю. Капец, там здоровенный, блин. Откуда он вышел? Я не знаю, но это килограмма 3 только что ушло.